С высоты сопки у мыса Четырех Скал виды, конечно, открываются изумительные. Стоим мы очень высоко, на краю обрыва. Скалы отвесно практически срываются вниз. Вот тут еще один оператор шумит в режиме гималайского медведя. Не сорваться бы здесь. Да, места, конечно, изумительные. Они всегда стоили. Японского моря, море в тумане. Вот это вход в подземелье. Здесь, по всей вероятности, были береговые укрепления. Люди отдыхают в забытых богом уголках. С моря идет туман. Видимость ухудшается.
Вот ориентиры, по которым моряки определяют место кораблей и судов в море. Называется камень и мысль четырех скал. Это Уссурийская тайга. Озеро соленое. Вдали виден поселок Тимофеевка. Часть ПДСС на мыле, на мысе Норд-Ост.
Маяк Бальзак. Бухта Южная. Полуостров Водоновского. Вот бухта Южная с остатками кораблей. Часть ПДСС. Курс РТВ на сопке. Брошенная гауптвахта. Брошенный пост. Это залив Владимира. Выход из залива. Мыс Бальзак. Мыс Хотовского не виден. Все заволокло туманом. Туман практически в течение получаса пришел с моря. Вот красота. Вид бухты средней. Места всем знакомы. Многие аргушанцы отдыхали здесь от своих трудовых и служебных будней. На это место выезжали на шашлыки.
Лебедин, выход из залива Владимира, мыс Балюзек. На нем маяк Балюзек. Вдали виден пляж. Погожие летние выходные дни. Больше половины ракушки выгорает на этих пляжах. Это уходит дорога на мусорку. Это не дорога на ракушку. Природа практически первобытная. Сопки и море. Тот же вид с моста. Камни, простонародье, женщина, лежащая на боку. Остров Рудановского. Знакомый мыс Балюзек. С моря опять туман идет, дымка, видимость не очень хорошая. Устье ручья. Далее виден травичек. Или катер. Расстояние еще очень большое.
Thank you.
когда славная дивизия подводных лодок. Сейчас скопище ржавых, списанных кораблей. Это бухта северная залива Владимира. Вид с моста через реку Туманную или Халилай на Роде. Погранзастава, деревня Веселый Яр. Thank you.
моста и устья реки Хавулай. Видно маяк Балюзек с севера. Это вход в залив Владимира. Вот перешеек полуострова Балюзек. Залив Владимира. Судно стоит в заливе Владимира. Здесь вот видны береговые укрепления. Также береговые капониры. Это мыс Топауза и камень Топауза. Обрыв.
Ротмель. Видно ракушку с другой стороны залива. Сейчас мы находимся на одном из пляжей, на котором часто происходят мероприятия, типа офицеры дают отходную, уезжая из ракушки и так далее, отмечать праздники небольшие свои. Место тоже живописное. Вот затопленное судно. Здесь те, кто увлекается легководолазным делом, аквалангисты, ныряют за гребешком, ловят осьминогов. Thank you.
вдали видно белые черточки, шары, целая россыпь. Это рыбные огороды, там, плантации гребешков. Там его разводят. Садки специальные существуют. Вот ракушка видна. Пирсовая зона и ракушка. Груз на рейде какой-то стоял. Это вот полуостров и мыс Ватовского, входные буи в залив, в остров Балюзек. Вот здесь вот заповедник. Вернемся. Так, вот. На сопке часть ПВО находится. Охраняет рубежи. Ракетная установка.
Сейчас мы заехали к маяку. Вот практически я нахожусь в метрах 20 от маяка. Это вид, вот тут тоже практически отвесно обрывается скала вниз. Вот. Это вид сверху. Ну, высота здесь, наверное, метров 150. Море затянуто дымкой. Вот, и камера не наводится. Автоматически резкость очень плохая. Вот скала, на которой стоит маяк. Сейчас. Не очень плохая вот картина, потому что солнце светит. Вот маяк. Он подает сигналы. Звуковые. До кораблей. Вот я показал со стороны открытого моря. Это подъем, это маяк. Сейчас показываю панораму. Со стороны залива. Вот этот полуостров Ватовска виден. Сейчас еще ракурс изменим. Вот мы сюда заехали на маленькой машинке, правда 4WD, вот, потому что практически дорога отсутствует. Хотя вот у людей здесь есть москвич, которые здесь живут, который обслуживает маяк. Вот и здесь живут русские люди. Вот я забыла. Вот. Работает дизель. На этой сопке вот тоже живут военные, служат.
Бесцветная скала. Сейчас я стою на самой высокой точке. Естественно, я имею в виду, потому что маяк на еще повыше. Вот видны между ними проходят и выходят корабли, находящие в заливе. Вот ограждение маяка. Там маяк.
точки. Над нашим поселком и заливом. Это вот панорама. Дымка, туман с моря очень. На камнях виден прибой. Вот перешеек полуострова Балезек виден прибой. Зона кораблями отстоя и лодками. Дома, так называемые досы, дома офицерского состава. Thank you.
тот же вид с естественной точки. Поселок практически закрыт деревьями. Месяц ветер пронизывает до костей. Наши дома. Ракушки, сопки, по дороге весовый яр. Видно залив и поселок Ракушка, близлежащие сопки. Вот здесь рядом линия электропередач проходит. Здесь сейчас-то сезон, ходят собирать грибы. Вот пирсовая зона, залив, бухта северная вот эта. Там залив, выход из залива. Это вот машина 4ВД, с помощью которой я забрался на эту сопку. Поселок.
Вот это так называемая Минпартия, дом двухэтажный, там тоже живут люди. Это и часть обеспечения подводников. Наш местный универмаг, это дом торговли. Там сейчас ателье и вернее собирает приезжать ателье. Вот промышленные, фронтоварные магазины. Фотография. 30-й дом. Это 26-й дом. 22-й дом. Практически полуразрушенный. Вот и 26-м красный дом, это гостиница, общежитие по два этажа. Следом 29-й дом, 31-й, 32-й. Следом 24-й дом, 23-й, 28-й. Немножечко. Вот с торца виден 27-й дом, тоже практически полуразрушенный. На территории стоят несколько коммерческих киосков, ну как и везде. Вот здесь местный пивбар. Вот я занял более удобную позицию, чтобы показать ракушку. Наш военный городок. Поселок городского типа. Ну, в общем, тайга, тайга везде. Деревни, там домики какие-то. Тут едешь, едешь, бац, и пошел в город. Многоэтажные дома, 45 этажей. Все считают себя городскими жителями. Бывшая часть строителей, теперь брошенная. Вот дорога на выезд пошла. Ну, а это... Я уже называл. Магазин.
дома, досы. На окраинах, скажем так, поселка расположены массы гаражей, ну, где, скажем, на 80% стоят подержанные японские машины. Вот одна из них. Вот это два помещения, детский сад. Рядом двухэтажные, полуразрушенные, старые досы двухэтажные, которые от старости практически развалились и от плохого содержания. Очень красивые. Если бы в свое время военные не застолбили за собой этот участок, здесь бы был или порт, или курорт. Гавань удобная для стоянки кораблей и судов, глубоководная. В этом районе виден дымок. Это, скорее всего, отдыхают ракушанцы. Вышли сегодня в воскресенье, вышли на шашлыки. А совсем не аборигены подают какие-то знаки. Ну вот, небольшой сюжет. Ракушки, можно сказать, закончены. Средняя, на море шторм, здесь прибой, вид обалденный, шторм уже практически затих.
Сегодня холодный ветер, но люди, тем не менее, отдыхают.